40-ю сессию Государственного собрания Мордовии 6-го созыва начали с минуты молчания в память о, пожалуй, самом известном столичном мэре Юрии Лужкове. Следом перешли сразу к делу. Повестка этой сессии была короткой и в большей степени посвящена изменениям в закон о республиканском бюджете. Министр финансов Мордовии Алексей Симонов изложил суть. Финансовая помощь из федерального бюджета увеличилась. В общей сложности 3 миллиарда 725 миллионов рублей кардинально изменили финансовое положение региона. Из них 2 миллиарда 160 миллионов рублей в форме дотации на сбалансированность, которые планируется направить на обеспечение в полном объеме расходов на оплату труда работников бюджетной сферы Республики Мордовия, социальное обеспечение населения, обслуживание государственного долга Республики Мордовия. Из общей суммы достанется и дорожной сфере, и медицине. Это в рамках соответствующих национальных проектов. Муниципальным районам тоже выделят средства на решение своих финансовых проблем и обязательств. Бюджетники могут выдохнуть. В своей речи глава Мордовии сказал, что в Новый год республика войдет без долгов перед ними. И детишек с федеральной помощью все же порадуют. Количество новогодних подарков теперь сокращать не будут. Предлагается предусмотреть средства на новогодние подарки для детей. Уже много лет в республике происходит обеспечение детей к новогоднему празднику подарками. На этот год, к сожалению, у нас не было возможности предусмотреть в бюджете эти средства. И вот сейчас такая возможность появилась, и я думаю, что более 70 тысяч детей республики будут этому очень рады. Светлана Лашина, Артем Руденко. Наши новости.